Дорогие лапаевцы, хочу вам сообщить о том, что работа общественного благотворительного фонда «Спаси и сохрани» была на некоторое время прервана ввиду технических определенных сложностей, ввиду того, что просто некому было на тот момент подежурить. На сегодняшний день дежурство восстановлено и уже порядка месяца совершается регулярно, то есть каждый вторник и четверг с 15:00 до 17:00. Все желающие помочь населению, нуждающимся, могут передать вещи. Могут занести их также на Пушкина 42 на второй этаж. Для тех людей, которые нуждаются в вашей помощи. Те же люди, которые нуждаются в данной помощи, в помощи в отношении вещей, продуктов, либо какой-либо другой, пожалуйста, обращайтесь в фонд «Спаси и сохрани». Благотворительный фонд для вас открыт вторник и четверг с 15:00 до 17:00 по адресу Ленина 4, 9 кабинет. Приходите, ждем вас.